В родную республику вернулись дагестанские борцы вольного стиля, победители проходящего в Уфе первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров. В столичном аэропорту триумфаторов мирового первенства встречали их родные и близкие. Напомню, на международных соревнованиях в столице Башкирии Рамазан Багаудинов и Шамиль Мамедов завоевали золотые медали. Чемпионов встретили зажигательной лезгинкой и сладостями. В их адрес прозвучали поздравления и пожелания дальнейших успехов.